26 апреля в станице Северской прошла встреча депутата законодательного собрания края Сергея Орленко с общественностью. Конструктивный диалог с жителями района помогает создать план работы для парламентариев на следующие несколько лет. Сергей Орленко поприветствовал собравшихся и рассказал о своей деятельности в Заксобрании. Работаю в аграрном комитете, возглавляю аграрный комитет нашего законодательного собрания. И поэтому вопросы, связанные с сельским хозяйством, а Кубань всегда была житницей России, это, наверное, напрямую касается меня лично и членов нашего комитета. И скажу, что очень много сегодня делается. Граждане из разных поселений Северского района активно задавали вопросы. Их обращения к депутату касались проблем газоснабжения, строительства дорог и тротуаров, ремонта социальных объектов. Жителей волновали и цены на продукты, в частности на сахар и овощи. В ходе разговора Сергей Орленко получил ряд наказов, которые пообещал как можно быстрее исполнить.